Согласно доктрине партии Аманат, высокий уровень жизни должен быть доступен всем слоям населения без исключения. И здесь необходима помощь государства и общества в целом. В рамках партийного проекта «Будущее без барьеров» в Таразе прошла ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями. На сегодня в области свыше 45 тысяч людей с особыми потребностями. Из них инвалидов первой группы 4155 человек, второй 17313, третьей группы 17390, 6767 инвалидов, не достигшие 18 лет. Партия «Аманат» работу с такой категорией населения держит на особом контроле. И одно из направлений предвыборной программы партии заключалось во всемерной поддержке людей с ограниченными возможностями. Мы за 2022 год мы провели проверки около 260 объектов на предмет их приспособления к таким людям. И 80% объектов были, приспособлены. Вместе с этим мы в рамках партийного проекта «Кедерский келешек» проводим ярмарки для людей с особыми потребностями. И в этом году, мы проводим такую ярмарку. Надеюсь, люди сейчас найдут еще хорошие для себя работы и внесут вклад развития нашего государства. Для людей с особыми потребностями на регулярной основе проводятся и в районах области. К примеру, в 2022 году прошло всего 22 ярмарки, на которых были трудоустроены 76 человек. Кулюш Умурзакова, Нурлан Бектурсын, 77 News.